И всем привет, призраки! С вами, как всегда, я, Гост, и сегодня мы вместе с Редфром устроим эксперимент и посмотрим, кто из нас может найти машину по фото на проекте онлайн-ролеплей. Да, друзья, всем привет! Ну и что ж, давайте мы вам быстренько объясним правила сегодняшнего шоу. Каждый из нас берет по одной машине. Редфор берет вот эту прекрасную Ламборгини, а я эту Теслу. И наша задача спрятать эти машины настолько хорошо, чтобы оппонент эти машины не нашел в течение 10 минут. То есть я буду искать твою тачку, дружище, понимаешь? Да? Да, ты будешь искать, а я буду искать твою. Ты для меня прячешь вот такую красивую беленькую Теслу. Да, на самом деле, я думаю, обмен у нас получается не очень равнозначный. Знаешь ли, я если найду эту лампу, то само собой забираю ее себе, а ты Теслу. Да, забирай, я от Теслу не откажусь. Ладно, хорошо. Ну что ж, ребята, если вы хотите поиграть на проекте онлайн ролеплей вместе с нами, то прямо сейчас загляните в описание под этот ролик. Там я оставил ссылочку на скачку клиента игры. Лаунчер автоматически вам все установит, и вы сможете залететь и поиграть вместе с нами. А также я приготовил для вас промокод ГОСТ, который вы можете активировать сразу, как только войдете в игру. Благодаря этому промокоду вы получите гелик на свой аккаунт, а также деньги. Активировать промокод очень просто. Пишите вот так вот /промо и здесь вводите ГОСТ. Вот так вот, ребят. И все, благодаря этому промокоду вы получите свои бонусы и сможете играть вместе с нами. Ну что ж, прямо сейчас я предлагаю уже брать наши тачки и отправляться их прятать. Самое, знаешь, в чем большая проблема, дружище? Да, какая? Я очень плохо знаю карту, прям безумно. Кстати, ребята, если вы еще не посмотрели такой же ролик на канале Редфора, обязательно загляните к нему, потому что там мы провели точно такой же эксперимент. Я не буду вам спойлерить, но было безумно сложно и интересно. Да, было такое. Сложно было так, на самом деле, для меня, потому что Редфор очень хорошо карту знает. Но получилось все равно, по-моему, очень прикольно. Так что обязательно заглядывайте в гости. И не забывайте ставить лайк на этот ролик, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Мы вам тут для вас снимаем видосики, сейчас стали побольше снимать кооперативчиков. Кстати, дайте там знать в комментах, нравится ли вам наши коопы. Вот тебе, братишка, нравится вместе вот так вот гонять везде. Мне вообще нравится. Да, шикарно. Я тоже на самом деле кайфую. У меня уже призраки давно просили записать что-нибудь такое подобное, знаешь, типа в виде коопчиков. Ну что ж, ребята, я предлагаю прямо сейчас отправляться и прятать тачку. Ну что, ты готов, Редфор, а? Да, конечно, готов, погнали! Все, поехали! Ну что, ребята, давайте прямо сейчас мы с вами выберем место, где спрячем нашу тачку. Честно говоря, я очень-очень плохо знаю карту, как уже говорил. Но давайте покажу вам место, где мы будем вообще прятать. Вот весь этот город Сан-Фьеро. В нем мы и можем оставить нашу тачку, в том числе и с прилегающими территориями. Я не сомневаюсь, что смогу отыскать хорошее место, в конце концов. Меня больше всего беспокоит то, что Данил тоже отыщет хорошее место и спрячет машину от меня. Ох, у меня будут большие трудности с тем, чтобы ее отыскать. Но я думаю, так будет даже интереснее. А, блин! Тормози нафиг! Блин, я уже так побил тачку, если честно. Капец просто, она выглядит очень фигово. Бедная Тесла. Ну ладно, ребята, ничего страшного. Главное, чтобы мы ее хорошо запрятали, и Данил ее не смог отыскать. Кстати, ребята, если вы хотите увидеть, чтобы я еще раз записал это шоу на канале, не забудьте поставить лайкосик, ребят. Серьезно, для меня это сложное шоу, потому что я еще ни разу его для вас не снимал на канал. Вот, если вы захотите вдруг еще раз его увидеть вот в таком кооперативе, то, конечно же, не забудьте влепить лайк. А место это мне не понравилось. Я думал спрятать где-нибудь здесь. Оу! Капец, снова врезался. Тесла, кстати, прикольная так-то по управлению, ребята. Это я просто смотрю по сторонам, пытаюсь искать место, где мы запрячем нашу машину. Кстати, надо торопиться, потому что сейчас, если Данил запрячет машину быстрее, он просто будет сидеть и ждать меня, не понимая, что я там так долго ввожусь. Ну ладно, думаю, хотя бы еще немного времени у нас с вами есть. Так, а что это такое за место? Подожди, давай-ка посмотрим. В целом мне тут нравится. Блин. Так, хорошо, ребята, давайте-ка мы с вами попробуем, знаете, сейчас что сделать. А просто заехать вот сюда. Блин, можно? Ребята, если бы можно было, это вообще чит-место, серьезно вам говорю. Так, аккуратненько. Ну, блин! Нет, к сожалению, нельзя. А выглядело как место, в котором бы тачка идеально просто спряталась. Хотя, если вот, например, где-нибудь здесь ее оставить... Я не думаю, зачем бы он сюда заезжал, да ведь, ребята, место ничем не примечательное, честно говоря. Поэтому да, давайте оставим, скорее всего, где-нибудь здесь, в этой локации. Вот так вот аккуратненько заезжаем. О, всю Теслу уже просто побил, она уже свои задние двери открывает и танцует. Ну ладно, оставляем ее, короче, здесь.
Сейчас мне нужно будет сделать обязательно фотографии, по которым Данилы будет пытаться отыскать эту машину. Я предлагаю сфотографировать... Блин, ну... Это будет нормальная фотка, ребята? Как вы думаете? Мне кажется, это просто жесть, а не фотка какая-то. Вот как по ней найти можно? Радар, ребята, мы обязательно будем скрывать. То есть мы отредактируем фотографию, без радара сделаем скриншот, чтобы его не было видно. Иначе это будет легальный чит, скажем так. Давайте сделаем вот такую фотку, окей. Теперь я предлагаю сфоткать вот с этого ракурса. И последняя фотография будет отсюда. Ну, по-моему, получилось очень даже неплохо. Место действительно сложное. Узнаем, сможет ли Данил отыскать здесь эту тачку. При помощи своего опыта. Главное, ребята, чтобы я его тачку отыскал, то это будет просто эпик фейл. Ну что ж, ребята, погнали. Мы готовы. Прямо сейчас все тачки расставлены. И мы приготовили мотоциклы, на которых будем искать эти машины. Ну что, дружище, ты хорошо запрятал свою тачку, слушай, я надеюсь? Я шикарно запрятал. Знаю то, что ты местность вообще не знаешь. Я выбрал очень хорошее место. Очень-очень. Я надеюсь, попроще хотя бы, нет? Нет. Блин, ну ладно, окей. Ладно, я постараюсь ее отыскать. Ну что ж, по правилам у нас будет ровно 10 минут. Если ты готов, то я запускаю таймер. Давай, раз, два, три, поехали. Поехали, все. Эй, ты куда поехал быстрее меня, ты че? Так, а что, у нас, что у нас там по фоткам? Так, хорошо, первая. Ох, блин, дружище. Это где? Че за первая фотка вообще? Стоп. А я специально делал непонятные, но... Те, кто знает карту, сразу так, поймут. Ладно, окей. Первой фоткой вообще не понял, что это за фигня. Какую-то стену сфотографировал. Ты посмотри на мои фотографии, я тебе там все понятненько, место сидел. Ну хотя ладно, по второй еще что-то более-менее можно понять. Так, а где это место может быть? Ну-ка, сейчас я посмотрю. Блин, уже так. 30 секунд прошло. Что за лестница? Я знаю карту, но я не пойму, что за лестница. Ну вот ищи, чё, я не знаю, лестниц много в городе, а я не пойму, что это такое у тебя. У меня там тоже лесенка есть, можешь проверить. Так, а я надеюсь, это в городе? Мы подсказки-то будем друг другу давать хоть какие-то, нет? Будем, будем, давай каждые 3 минуты по подсказке. Ладно, хорошо. О, я что-то похожее вроде нашел, нет? Блин, ну, нет, по-моему. Сомневаюсь. Ну да, по-моему, нет. У тебя там как дела, рассказывай, что ты там видишь что-нибудь вообще? Я пока катаюсь, меня кто-то сбил, вонючка какой-то. Это просто буст для меня. Я надеюсь, что таких чуваков будет больше. Нет, я надеюсь, поменьше. Это, наверное, подписчики твои, а? Останавливают меня, тормозят. Ну да, пацаны, спасибо, спасибо. Если это вы, очень благодарен. Так, ладно. Ладно, я осматриваюсь пока. Я куда-то уехал, непонятно. Ну, дам тебе подсказку, то, что это не в центре города. Не в самом центре города. Да я вроде не в самом центре города, то есть по крайнам, да, кататься? Ладно. Ну, примерно да, примерно да. Слушай, а у меня абсолютно противоположная подсказка. То есть лучше искать поближе к центру. Не знаю, поможет тебе это или нет. Конечно, поможет, я тут по крайнам катаюсь везде. О, ну мне, оказывается, в центр надо. Так, подожди, мы же еще могли прилегающие территории, да, использовать? О, господи. Ну да, но подсказку я тебе дам только на третью минуту. Так, ну ладно, хорошо. Я вроде что-то похожее понимаю, где может находиться. Так, ладно, поехали, короче. Я сейчас прокачусь вообще просто вдоль этого города, понимаешь? Раз это не тебе центр, не поможет. Как не поможет? Ну, особо тебе это не спасет. Ты же сказал, что не я в центре сказал, города. Я сказал, что не в центре города. Но не да обязательно, то, что на окраине города. Да как где не в центре? Есть только центр и окраины, стоп. Может, где-то середина этого всего. Не знаю. Я пока тебе никакой подсказки не дам. Блин, капец. Ладно, я, по-моему, подъезжаю к району, где я свою тачку запрятал. Мне кажется, я вообще уже не туда уехал. Так, подожди-ка. А ну-ка, где-то там. Да нигде, подожди. Нигде. Все, а иди. А ну, подожди. Все, я уезжаю, я уезжаю. Давай, 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 пока. Надо было молчать и искать тебя. Ну да, так бы у тебя был хоть какой-то малейший шанс. Сейчас, я думаю, его просто не будет. Кстати, ребята, давайте прямо сейчас. Вот у нас уже прошло 3 минуты. Проголосуйте в комментариях, как вы считаете, кто первый найдет машину. Вот просто хочется проверить интуицию, да, моих ребят, моих призраков. Вот кто первый найдет тачку, серьезно. Да я, конечно, ну я. Ну давай, вот мы устроим голосование прямо сейчас в комментариях под этим роликом. Ребята, пишите, как вы думаете. И кстати, не забывайте также скачивать онлайн-РП себе на телефон и залетать играть вместе с нами обязательно. И пользуйтесь моим промокодом, как всегда, ребят. Я вам напоминаю про него, потому что это реально халявный бонус на старте. И дам, кстати, вам такую подсказочку, то что с Жекой мы играем частенько, просто так заходим и вдвоем играем. В последнее время, особенно, когда коллабы у нас появились. Так что вы можете нас увидеть на сервере спокойно.
Ну да, Редфорда тем более постоянно. Он вообще очень часто играет, прям дофига. У него там постоянно, мы даже сейчас зашли. Ну да, мы даже сейчас зашли, просто толпа людей сразу же к нему. Дай денег, дай денег. Дай денег. Я так же буду делать. У меня на счету ноль, а не дай денег. Слушай, а реально, сколько у тебя сейчас бабок вот просто на балансе? Лям 500, потому что я закупил в свою Фому машины 17 миллионов. Неплохо. А у меня лям 900. Ну, я еще нормально могу там что-нибудь продать, в принципе, у меня побольше будет. Ну, ты, наверное, тоже, думаю, можешь продать. Да, конечно. Так. У меня там и Бугатти, и Дюна редкая. Я много чего могу продать. Я сейчас пытаюсь понять вообще, где это может быть. Я сейчас снова пролистываю твои фотографии. Я что-то не понимаю. Это такое чувство, что это не город, знаешь? Ну, а типа как индустриальные предприятия. Да нет, какие-то. Это Сан-Фейро, это город. Нет, я не об этом. Я имею в виду, что это не в черте именно жилых комплексов, понимаешь? Ну, слушай, а сколько у нас времени прошло? У нас прошло 4.30, 4.40. А подсказку-то мы забыли друг другу дать, а? Давай. Хорошо, давай. Скажу сразу. На одном скриншоте виден аэропорт. Я понял. Я, не, кажется, понял. Подожди, аэропорт. В смысле, ты только сказал аэропорт сам, ты чё? Я говорю, виден аэропорт, но это не аэропорт. А я понял, откуда его можно увидеть? Конечно же, блин, с пляжа, с воды. Я поехал туда поближе. А ты ничего не забыл? Нет, там, подсказку, например, мне дать какую-нибудь. Слушай, да я уже что-то даже и забыл, где машина-то находится, если честно. Да не знаю, как-то, блин, с памяти вылетело. Ой, подожди, я сейчас открою свои эти скриншоты, которые тебе скидывал. Так, немножко вспомню, ты не против? Ну, так, минуточку дай мне, да? Ага, можете еще 5 дать, а? Да, короче, ладно, хорошо. Это жилые районы, и там очень много домиков, которые стоят близко друг к другу. Ну, просто вот такая тебе подсказка. Не знаю, поможет тебе? Я уже тут все объездил. Ну вот, езди дальше. Все, я больше ничего не могу тебе подсказать. Ладно. Так, ладно, хорошо. Надо что-то похожее найти, блин. А где это может быть, серьезно? У нас остается 4 минуты, парень. 4 минуты? Ну, время, в принципе, для второй подсказки, но я, пожалуй, тебе попозже дам. Я там скриншоты, например, свои открою. Там, минуток через 3, наверное. Да, блин, я бы шутил. Ты давай, заканчивай. Тебе-то просто. Ты-то все знаешь на этой карте. Ладно, дам тебе подсказку, то, что это находится не на земле. А где? Ну и не ну на воде. Ну ты чё, блин? Чё за подсказка? Погоди, ну, не на земле, не на воде? В воздухе ты спрятал её! Ну, подожди-ка, а я не помню, как он стоял, этот объект. Понятно, всё. Ясно. Не помню. Ах, чё такое? Не на суше, или как ты сказал, где? Ну, точно не на суше, вот это точно. Ну, то есть, может где-то на крыше быть, например, к примеру. Это же не суша, крыша это не суша. Подожди, а если ты меня просто сейчас за нос водишь? Стой! Если да, подожди, ладно, окей, у меня появилась идея, короче, сейчас я кое-что проверю. Я, мне кажется, примерно место понимаю, где это может находиться, потому что вижу по твоему, по-моему, это второй скриншот, я вижу по нему примерно что-то похожее на место, где я катаюсь сейчас. Короче, дружище, у тебя времени даже меньше, чем ты думал, если ты хочешь меня обогнать, а? Да в смысле? Ну вот так вот. Я, кажется, уже потихонечку начинаю... Нет. Подожди. Нет. Подожди. Стоп. Нет. Какого цвета? Я должен был ближе подъехать. У тебя просушка цветокор отличается. Да ну нафиг. Я, кажется, нет, подъезжаю. Нет. Да. Дружище. Да. Тебе нужна подсказка? Да. Я не буду торопиться сейчас, потому что, ну, я уже, в принципе, понимаю. Можно почилить, расслабиться. Да, все, я понял. Я нашел. Да ты гонишь. Я нашел. Блин. Шучу, я тебя исправлю. Ах, ладно. Я тогда не буду какие-нибудь подсказки давать. Ты сейчас, я не хочу, чтобы ты перед меня что-то нашел. Я хочу тебя выиграть в этот раз. У тебя в ролике было очень интересно, там мне было сложно. Теперь тебе будет сложно, поверь, я тебя тоже помучаю. Короче. Давай посмотрим так. Вот там очень много таких застроек. Ты видел, там у меня лестницы и прочее. В общем, ну, да. Ты где проехал? Я тебе советую кататься прям по центру. Вот прям по центру. По дворам, наверное. Я что-то приглядываю сейчас. Ну да, вроде да. Это дворы. Слушай, какие-то. Там еще такая местность, знаешь, остается минута 50. А, кстати, а тем временем. Я на месте почти. Я вижу, я просто стою на том месте, где ты сделал скриншот. Я понимаю, где стоит тачка. А я не тороплюсь. Так, ладно, сейчас я точно увижу. Так, ладно, а давай-ка забери. Да? Я так понимаю, ты стоишь около корабля, да? Ну, я тебе скажу так. Чего?
Желтенькая такая, да, была? С такими дисками красивыми, нет? Не-не-не-не, белая, белая. А, белая. Белая? Ну все, я поехал тогда. Да, да нашел давай. Я ее! Все, дружище, я понял, что это за вес. На самом деле, спасибо тебе, что ты запрятал не в очень сложном месте, как оказалось. Это было сложное место, самое сложное. Ну, слушай, нет, ты в прошлый раз не посложнее запрятал, у тебя видео. Просто тут было понятно из аэропорта. Видишь, ты сделал как бы мне такую подсказку. Ладно, давай, у тебя минута. Я тебе подсказываю дальше. Еще. Да, то есть это самый центр. Есть там... к тому месту примерно, где ты спрятал. Да, окей. Короче, смотри, что еще очень важно, ты увидишь там такую местность, знаешь, там типа дороги как будто так вот вверх идут, такая возвышенность, да. Они так поднимаются. Ух да. ты. Ты понял, да, что за место? Да. А, ты нашел? Ну, где-то минут 9 назад. Чё? Я же тебе сказал, что я карту хорошо знаю. Да шучу, я только что нашел. Ты чё меня так пугаешь, блин? Только я что думал, нашел. Как дурачок, просто катаюсь тут. Ах, надо ладно, было не такой получать. Тролик сделать. В следующей ну серии попробую найти за минуту. Да, я таймер на паузу не поставил, но примерно на 30-й секунде у нас все остановилось. То есть примерно вот там вот ты, получается, нашел тачку. Либо на 40-й до конца. Давай я контейнером подъеду. Да, да, результат, кстати, неплохой, слушай. Мы прям молодцы, постарались в этот раз. Да, я у контейнеров, обязательно подъезжай сюда, чтобы мы с тобой посмотрели наши тачки. Не я надо хочу мой убедиться. Смотреть. Я убедиться не хочу. Надо. А что с ней? Ты она... не нашел? Она в дребезге. А так я тоже, блин, я пока с того корабля выезжал. Я у контейнеров. Как? Я застрял тут. В смысле? Как ты там проезжал? А, все, я вижу, все. Не ругайся. Я еду, все. Он прыгает там. А, блин. Все, тачки ГГ, короче. У! Че ты творишь, блин? Вот твоя точно ГГ. Она не едет. Ну все, ты остаешься без своего приза, а я поехал. Да ладно, шучу. Я, конечно, тебя заберу. Кто-то же должен тебя довезти до дома. Кстати, такси, если что, стоит в такой машине 1000 баксов. В смысле? Ну, в прямом. Да. Так, дешево. Че, блин? Ты что сделал? Ты меня выкинул с тачки. Нифига. Да, все, пока. Нет! Такси стоит 5000 баксов. Вернись, блин, я готов и за 5000. О, другое дело. Вот это мне нравится. Ну что ж, ребята, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. По-моему, получилось очень прикольно. Я во второй раз участвую в этом шоу. Если вы хотите увидеть его снова на моем канале, то обязательно ставьте лайк. Конечно же, залетайте, как я уже сказал, на канал Редфора. И не забывайте залетать еще на онлайн-ролиплей, чтобы поиграть вместе с нами. Может, там кто-то даже захочет вступить в твою фаму, дружище. Не знаю, но раз ты часто на проекте, может быть, реально кто-то к тебе фаму еще из моих ребят залетит. А давай я тебя в свою фаму приму. О, кстати, можно было бы что-то такое сделать. Может, в следующем ролике как раз будем в одной фаме. О, ну погнали, да. Нормально. Ну что ж, ребята, не забывайте ставить лайки, залетать на онлайн-ролиплей обязательно, вводите здесь мой промокод. Все очень просто, пишите /промо здесь и вводите вот так вот гостик. Все, вот очень просто. Все находится в описании, ребята, просто копируйте, вставляете там. Все достаточно легко. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Там он тот самый Данил Редфор пишет, что господи, спасибо, спасибо. Я, если что, ламбу все равно заберу. Можешь тут мне не это. Все, гост не то, он мне ламбу украл. Нет, все, пока-пока. И вам, ребята, тоже, конечно же, до скорых встреч. Пока-пока-пока. Да, друзья, всем пока.